Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, единороссы Одинцовского округа навестили двух юных жителей теруправления Барвихинское. Вместе с сотрудниками местной администрации, старостами деревень, партийцы побывали в гостях у Семена из Барвихи и Артема из Усова, чтобы вручить им подарки. «Хочется, чтобы эти ребята всегда сохраняли оптимизм и веру в себя», сказал депутат Совета депутатов округа от партии «Единая Россия» Станислав Улитин.